Thank you.
Новое? Давно новое, учишь? Новое, да. Новое. Смотри, не обратил внимания, как здесь записана левая ручка? Обратил? И чего увидел? Вот в чем разница? Вот здесь раз, два, три, четыре такта, да? Пять даже. И вот дальше, как она записана. А вот здесь и опять, как она дальше записана. Видишь, что я имею в виду, да? Вот в чем ты видишь разницу записи? Здесь и тут. Ну вот смотри, ты видишь, что записана вот эта нотка длинная? А теперь си бемольчик. Другим голосом. Да? А почему так записан? Чего он хотел? Нет? Смотри, машинально писал. Он хотел, чтобы ты представил себе, что это другой инструмент. Вот си бемольчик играет некий один инструмент, скорее всего, фагот. Да? Который вот просто сидит и повторяет себе мальчик неким тембром. А здесь басовая линия идет вот таким образом. А это некое включение. Понимаешь? А что дальше? А дальше совершенно одним голосом. Видишь, у тебя басовая нотка стала четвертью. Нужды связывать вот эти нижние ноты у нас нет. А здесь мы держим их пальчиками, играем си бемоль по-другому. Понимаешь разницу, да? Слышишь? А теперь скажи, пожалуйста, у нас размер какой? На сколько четвертей написан этот экспромт? Сколько четвертей в такте? А? Две? Посчитай. Можешь посмотреть. Три. И вот этот си бемоль наступает на вторую. И вообще вот эта вторая четверть, смотри, даже когда вот так написано, она все время важная. Видишь, здесь вообще как хитро. Здесь тоже, видишь, вот этот нижний ми бемоль играют два голоса. Некий инструмент держит его, а некий другой, скорее всего, струнный, играет октаву. Басовый может быть на контрабасе, можно себе представить, да? А эти нотки виолончелька играет, да? Но Шуберт тебе все время, так или иначе, эту вторую дольку подчеркивает. А она у тебя проскальзывает. Ты так тихо играешь эти си бемоли, что у тебя... А чего там в левой? Она иногда у тебя даже не вовремя. Давай мы это поправим, потому что так не годится, так неправильно звучит, не так, как записано. Давай попробуем. Можешь сыграть отдельно левую немножко? Услышать си бемоль? Немножко другим тембром, чем ты играешь басы, а потом мягко. Мальчик будет больше. Нет, он будет немножко больше. Ага, хорошо. А теперь мягко. Еще разок. Нет. Фагот, представляешь себе? А смотри, а там у него пауза. Вот здесь. У этого си бемоля. У этого инструмента. Ага, педалью не дергай, пожалуйста. Тебе педаль вообще почти не нужна. Ну вот чуть-чуть, да? Поднял. Немножко двигай медленно, а то она у тебя грохочет. Нет, си бемоля. Ты его послушай. Его не надо пихать, его надо услышать.
тянется. Представляешь себе фагот? Мягко. Давай двумя руками попробуем. А почему у тебя первой нотки нет? Она такая певучая. Подожди, возьми красивую. Нет, ты так делаешь. Ты каким пальцем говоришь? Четвертым? Ну ты его приготовь. Остальные подними, они тебе не нужны. Ну вот пропой нотку-то, чтобы красиво. Значит, смотри. Почти нету здесь, ее не нужно почти брать. Угу. Это бат. Тихонечко, давай. Подожди, а ты мне стал снимать басовые ноты, это не годится. Басовые-то легато играют, смотри. Вот смотри, даже если без педали. Они легато. Смотри, у нас что написано. И каданс. Сыграем я одни басовые. Вот так красиво. Еще раз. Ну а что-то они у тебя не завернули. Ты сыграл одинаково все. Вот они у тебя прямо... А, смотри. А конец потише. Сыграй. Угу. И вот это. А теперь рэп послушай. И каданс. Да, а теперь как бы... Еще каданс. Понятно? И когда ты играешь, начало. Педаль нужна только разве что здесь. Потому что иначе у тебя тут снимется тимоль, будет некрасиво. А вначале она вообще не нужна. Она тебе вот здесь нужна. Да? За первым разом у нас идет пиано, за вторым разом форте. Пожалуй, это надо выполнить. Это Шуберт довольно точно обозначил, да? Давай еще раз. Ты понял меня про педаль? Что у нас педаль здесь... Ну, ты можешь на си бемоль взять немножко. Дальше она не нужна совершенно тебе здесь. Вот только тут. Немножко. Да, чтобы скрыть вот эту неуклюжесть, которая у нас здесь возникает. Здесь чуть-чуть она тебе нужна, а больше тебе не нужна. Вначале, а потом снять. А понадобится найти вот здесь, там, где у нас начинается вот это. И то к концу будешь поднимать. Это на форте сыграешь. Здесь у нас тоже форте. А ты так немножко все мне играл тихонечко. Я ничего не поняла. Давай еще разок. Вот. И снял педаль. Вот только чуть-чуть здесь. Больше не нужно. Понимаешь, как звучит, да? Ну, давай теперь. Ну, где? Где педаль? Пока нету. Вот здесь. А, смотри.
давай это красиво, вот эти все повороты. А дальше погромче. На белой пачке, смотри. Ты вот так играешь. А почему? Вот. Смотри. Певучий, красиво сыграй, певучий. Не, слишком тихо. Погромче, не бойся. Ну, конечно. У тебя же такой заворот идет. Еще раз давай, все, сыграем и дальше пойдем. Если неудобно, можешь вообще не брать. Смотри, можно и без педали. Вот здесь. Ничего особенного. Вот здесь обязательно. Не-а, не звучит. Не-а. У тебя пальчик не готов. Пальчиком, напряги пальчик немножко. Не толкайся. Медленно. Напряги палец, он у тебя как макаронина висит. Да, да. Давай. Не нужно педаль, чего ты жмешь педаль без конца? Ты понимаешь, как ты играл мне? Ерунда же получается. Зачем? У тебя гамочек нет. Легато, должна красиво играть. Давай. Не надо ничего нажимать. Красивость. У тебя не очень-то получилось форте, там, где он просит. Здесь можно правую руку немножко прибавить. Но хорошо, хорошо, неплохо. А теперь смотри, вот когда мы это сыграли уже все. Мы пришли в пианиссимо. И что нам интересно? Вот эта гармония, да? И вот у нас каданс. Вот где взять педаль, на твой взгляд? Вот здесь? Что-то как не очень, да? Правильно. Вот когда ты уже в этой гармонии, то есть не пытайся, пожалуйста, вот прямо на бас взять педаль. Возьми, пожалуйста, позже, чтобы у тебя уже звучала эта гармония, а не было вот этих хвостов, понимаешь? А то ты жмешь прямо на бас, у тебя получается грязь. Попозже. Попробуй, прямо с этого места. Это пианиссимо. Но у нас остается вот важность вот этой второй дольки. А здесь надо педаль? Нужно это у нас, чтобы все вот так висело? Не нужно, правильно. Практически почти на вторую долю педали. Что, там левую педаль нажал? Зачем она тебе нужна? Мы пока ничего не прячем. Вот, конечно. Молодец, молодец.
молодец. А вот это ты можешь чуть больше легато? Вот это, чтобы прозвучала длинная нотка. Конечно, вторую, она же важнее. А здесь-то уж точно. А чего они у тебя висят вот так макаронами, а? Не я кроме. Не нужен. Вот посмотри. Вот я совсем тихо. Но я руковожу ими. Видишь, они у меня шевелятся, а у тебя висят. А когда висят, будет так. Непонятно что. Красиво же, а? И вот эти вторые нотки влево, слушай, пожалуйста, вторую дольку. Очень понимаю, а тебе зачем? Столько здесь, зачем тебе? Только после второй доли. А здесь ничего не нужно. Нет, нет, что тебе нужно связать? Вот это. Вот чтобы вот эти нотки были легато. Смотри, это у тебя и само будет легато, да? А вот это уже тебе труднее. Поэтому, если ты вот здесь педалью поможешь себе, у тебя будет более органично, понимаешь? То есть та же идея, мы на вторую дольку берем педаль. А дальше вообще не нужно. Значит, понимаешь, вот у тебя. Снял. Взял, снял, и все дослушал. Только в самом конце, да? А здесь у тебя вот акцент он выписан. Потому что это диссонанс. Ты знаешь разницу между диссонансом и консонансом? Понимаешь эти два слова? Диссонанс, он как звучит? Неблагозвучный. Неблагозвучный, хочет куда-то разрешиться. Хочет куда-то уйти из этого дискомфорта в комфортный аккорд. Правильно? То есть он напряженный, а консонанс не напряженный. Консонанс он, то есть звучит, оно никуда не хочет. А вот уменьшенный, видишь, он уже куда-то хочет. Что-то он хочет сделать. Да, и у тебя здесь именно такая история будет. И вдруг. Уменьшенный как раз и звучит. Да. Ну, вот так и сыграй. Давай мне отсюда. Значит, тут был без педали. Если берешь минимально, вот смотри, я тебе пишу сейчас педальку, ты потом посмотришь. Минимально на первую четверть, немножко. Просто подчеркнуть гармонию. Теперь сюда. Понимаешь, где педаль? Она все время будет у тебя на вторую долю возникать. Поняла, откуда идет? Отсюда.
соль бемоль мажор. Аккордик нажми. Нет, зачем? Ты сейчас ни о чем не думай, послушай, аккордик нажми. Совершенно верно, вот он. Понимаешь, где моя? Вот в этом месте. Так а где у тебя главная нота? Вот он тут акцент тебя бросит. Напряженно, а потом откатился обратно. Тоже вот это. Бас красивый. Так, смотри, где педаль. Иди-ка сюда, чтобы ты понимал. Вот он, консонанс. Мы здесь если берем педальку, просто немножко трогаем, чтобы эту гармонию подчеркнуть. А вот это диссонирующий кусок, где у нас уменьшенный септаккорд и акцент, если видишь, он просит. Так вот здесь вот мы и возьмем педаль. Не на раз, а здесь на вторую долю, как обычно мы делаем, когда мы хотим что-то подчеркнуть. Потом мы сняли, опять здесь ничего не надо. А потом опять мы его здесь взяли для того, чтобы это подчеркнуть. Понимаешь, зачем? Ну, давай. Все понимаю, я не очень понимаю, почему ты боишься вот этого. Вот сыграй мне. Это, кстати говоря, тоже фаготик, просто тихонечко. А теперь у тебя больше это. Обратно. Вот. Послушай, когда вместе играешь. И здесь возьми педаль. Давай, давай. Мы не там, мы не там. Мы с тобой в соль бемоль мажоре. Ты зачем торопишься? Педаль. Поднимаешь. Без педали. Смотри. Теперь. Да? Еще раз. Это очень важное место. Это во всем первом куске. Это самое главное место. Самое драматичное. Что здесь есть. Мы мимо него не можем. Правильно? Давай. Ничего, ничего. Ты панически боишься. Вот смотри, играешь. Осторожно. И здесь почему ты чего-то не боишься, а? Возьми эту нотку. Не надо бояться, это не будет грубо. Да? А видишь, а у тебя лебомочек не играет. А чё он не играет? Обопрись-ка на него. Да, прижми-ка его. Да. Совершенно верно. И в этот момент педаль возьмешь как раз. А теперь вот здесь возьмешь педальку и подчеркнешь еще педалью свой диссонанс. Драматично тоже. Смотри, а здесь тоже интересная гармония-то какая. Это мы все еще в драматичной довольно ситуации находимся.
Вот когда мы наверх уходим. Вот здесь мы диминуэндо делаем. До крещендо, видишь, оно где написано. А я бы еще раз взяла. Мне вот этого соль бамоля мало. То есть ля бамоля мало. Дальше поиграй. Вот это еще немножко развей, а то ты боишься. Не бойся, не бойся. Настаиваешь, да. А зачем тебе бемоль так сильно? Не нужно. Там есть акцентик, но минимально. Он просто пытается собрать вот это все, видишь? Чтобы так было. Но его хлопать не нужно. Он певучий. Отсюда потише. Вот где педаль, например, обязательно взять? Вот здесь в конце такта, для того, чтобы у тебя гладенько. Ты гладенько перешел. Вот ты сидишь. Вот чтобы здесь не было дырки никакой. Да, вот чтобы звучание вдруг не прекратилось. А... Понятно, да, тебе? Это ты сделаешь. Теперь давай посмотрим главным образом средний эпизод, да, который у тебя не идет почему-то в характере. А ты чего здесь? Ты что-то как-то просишь здесь или что-то рассказываешь какую-то, какую-то сказку про бычка или чего? А ты энергичный очень кусок, вообще-то это танец. И, кстати говоря, он продолжает настаивать на вот этой второй доле. Понимаешь? Вот здесь я хочу заставить тебя не брать никакой педали, потому что это жуть. Это тоже кошмар. Ну, понимаешь, ну как пьяный получаешься. Зачем она тебе здесь? Здесь тебе нужно, потому что тебе нужно подчеркнуть звучание вот это, да, и оставить его на педали. А здесь тебе ничего вообще не нужно, кроме того, чтобы было ясно вот эти гармонии. Ты чудненько все берешь руками здесь. Здесь тебе ничего не нужно. Поэтому вот эти такты, где у тебя 3/4. А вот обязательно разделить. Ты наезжаешь, смотри, что у тебя. А потом ты как будто из какого-то болота вылезаешь, и воздух там все, да? У тебя вот это получается. А они совершают один аккорд и следующий. Смотри. Извини. Вот и все. Это решительное место очень. Форте. Мало того, я бы сказала фортиссимо. И вот этот аккорд взять, и этот взять. Молодец, поймал, очень хорошо. Только вот это вот движение с поднятием пятки, оно запрещено категорически. Знаешь, как вот переход на красный свет, да? Не-не-не, точнее. Когда ты снял педаль, подожди, солнышко, да? Как бы ты, так сказать, энергично что ни делал, ты стоишь на своей пятке абсолютно устойчиво, как пешеход перед красным светофором стоит. Снял, стоим на пятке. Сняли.
зачем связываешь? Вот ты зачем это вот тебе здесь? Это же самое. Еще у меня к тебе вопрос. Ты играешь? Где-то в таком темпе. А что здесь что-то написано по поводу изменения темпа? Нет, написано что? А что там написано по-итальянски? Что-то какое-то указание написано. По поводу характера исполнения. Бен Маркато, совершенно верно. Маркато это подчеркивает, это решительная музыка совершенно. Она идет ритмично и абсолютно в темпе. А ты мне вот здесь что-то поешь. Я не хочу сказать, что вообще мы всегда что-то поем. Но распевать это долго и устраивать здесь лирическую какую-то историю совершенно не нужно. Это такая фигурация, которая тоже очень энергична. Тоже аккуратненько, это немножко потише, отсюда опять фортиссимо. А отсюда здесь то же самое пойдет, в том же характере, но пиано. А здесь опять форт. А еще и фортиссимо он хочет. Вот здесь. И пиано. Попробуем что-нибудь. Не-не-не. Акцент влево. Снять. Успеваете. Это пиано. Ну, сейчас смотри, молодец. Молодец. Вот ты будешь заниматься. Дают возможность позаниматься, да, здесь? Здесь, да. И дают. Ну, у нас дома есть пианино. А, то есть все хорошо. Я имею в виду, ты очень сильно опаздываешь на эту вторую долю. У тебя будет получается раз, два, три, раз, два, три. А она вовремя. Раз, два, три. Раз, и она вовремя. Самый диссонирующий аккорд здесь. Да? Ага. Как-то без педали. Наоборот. Он написал вот такую историю. Как ее без педали? Она без педали быстро кончится, никто ничего не поймет. Вот это без педали. Я тебе не буду писать это постоянно, потому что ты вроде как у нас смышленный, но в конце так-то, там, где ты берешь педаль, ты должен ее снять, не ждать, пока наступит следующий бас, не брать запаздывающую педаль, а снять ее в конце так-то. Всякий раз, исключений просто нет. Понимаешь, в этих тактах ты просто ничего не берешь, никакой педали, а там, где ты ее берешь на раз, а после трех ты ее снимаешь, чтобы у тебя никогда не наползала одна гармония на другую, не наезжала. Они звучат раздельно, должно быть очень ясно, должно быть начало каждой новой гармонии. Понимаешь? Вот ты мне это выучишь. Он же придет еще раз, да? Да, у нас 5 занятий. А, отлично. А, значит, ты мне вот это выучишь. Здесь написано «дек», и ты мне вообще посмотришь немножко оттенки в нотах, потому что ты что-то делаешь, что тебе нравится, что вспомнил, а что не вспомнил, не делаешь, что неправильно, делаем все. Теперь смотри, «декрещендо» написано, а «ретенуто» никакого не написано, поэтому, честно говоря, я не понимаю. Вообще же бензин кончился. Понимаю, понимаю, да. Ты знаешь, а попробуй. Просто в переходе, естественно, перейти, а не просто замедлять. Понимаешь, когда... Я понимаю твое желание, оно совершенно справедливое. И мы действительно хотим затихнуть и начать потом, как сначала. И ни в коем случае, конечно, не так. Ну, так ерунда получается, да?
Вот, но ты взяла мне вот такое замедление тут сделала, а вот это не нужно. В конце вот сидишь. Вот просто плавненько перевалился из третьей доли в первую, все, что от тебя нужно. Понятно? Хорошо, у нас немножко времени еще есть. Давай ты все-таки успеешь мне сыграть. Хотя бы посмотреть, что у нас в Моцарте в первой части. Давай. Почему-то въехал сюда как в лужу просто на машине, да? Не надо замедлять. Вот посмотри. Ничего не замедляю, у меня все в темпе. Я просто послушала. Да слушай, я поняла тебя. А вот те гамочки, которые тебе обвели, вот это вот, это ты поучил и слушаешь. Умничка, а в правой руке ничего не слушаешь, а почему? Они же ведущие. Это восходящая наверх гамма, это как по лестнице сбежал. Подожди, Билли, и что? Вот ты это сыграл? Обозначил форте, а дальше можно неважно что, да, чего-то. Нет, зачем лупишь что так? Подожди, вот ты засыграл. А вот это будем играть? Вот это. Это же разработка пошла, да? Спасибо, а что ты педаль держишь там палку? Снять педаль сразу, смотри. Никакой педали нет. Спасибо. Смотри. Вот ты как бы взбегаешь по ступенькам наверх, а на последних у тебя чек ноги заплетаются. У тебя... А здесь что-то я не понимаю. А... Можно вот эти нотки сыграть ясно каждый раз? Тогда мне давай отрамину. То же самое. И вот эту четверть послушаю, да. Освещение в комнате поменялось, понимаешь? И пришел, и все в темпе. Я бы тоже хотела, знаешь, честно говоря.
Не то, чтобы ты их совсем комкаешь, нет. Не очень слышишь. У тебя пальчики так играют, и как бы и все. Ну, что-то сыграли вроде. А, да? Ничего особенного. Внимание, ушками здесь попробуй, а? Ни замедления, ничего ни в коем случае. Может, ты ушки настрой послушать вот этот кусочек? Да. И все, каждый раз. А почему ты не, подожди, не надо вилочки такие? Это как плохо заводящийся автомобиль, который врррр, а потом обратно, врррр, а потом обратно. Это нам не нужно. Спокойно играй. А вот эти вот почему ты не хочешь сыграть ясно? Красиво звучат, давай. Вот эта педаль запрещается. Я такого даже не слышала никогда. Нет, нет, все разделить. Так в оркестре не может звучать. Это оркестровое все мышление. У композиторов этой эпохи, они же очень мало писали для клавишных инструментов. Ты про это мало что знаешь, ты маленький. Тебе кажется, что рояли были всюду понаставлены? Да нет, я знаю. Да, ты все знаешь, да? Но ты представь, Моцарт сколько страниц написал в партитуре для, так или иначе, для маленьких ансамблей камерных, да, или для маленьких оркестриков камерных, или для большого оркестра. Сколько страниц партитуры он написал? И сколько он написал для клавиш. Это несопоставимо, понимаешь? Поэтому его мышление, мышление человека, который, вот он, как он слышит, оно все равно оркестровое, оно все равно не рояльное. Как таковой рояль вот в этом виде, в котором он сейчас, его и не было. Он и понятия не имел, что вообще так может звучать. Может, он бы вообще что-нибудь другое писал, я, никто не знает по этому поводу. Ничего. Поэтому вот такая педаль, это оркестр что делает в этот момент? Это все выпили, что ли, с вечера? А с утра забыли дуть как? Да? То есть это непонятно что. У них написано четвертое стаккато. Раз, 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 два, три. И иначе не может быть, да, при том не с воздуха. И дирижер прогонит вон, если... Да, только зачем ты мне бьешь по педальке-то? Ты, может, тихонечко? Да, вот просто организованно. Вот. Нет. Смотри, какая лига славная. Да. Ой-ой-ой, видишь, что у тебя? Смотри. Как будто попросил. Так играешь эту штуку, да, или как ты тут играешь? Не. Это ты упал. Понимаешь, шел и упал. Не. Конечно. Чего? Ну, естественно. Если ты будешь просить, ты что, будешь еще и драться в живот? Если ты просишь, дай, пожалуйста, ты, пожалуйста, будешь кричать? Ну, например, да? Ну, это же как просьба звучит. Потом это же вниз идет трезвучие. Мы вниз вообще делаем крещендо по особым случаям. Вот это вот ненормальная интонация. Естественно, ну да, так, а здесь же вниз. Эта нотка, ну, спокойная. Чтобы специально ты будешь ее прятать. Ну, не может быть вот такое. Вот это не звучит. У тебя дело не в до, у тебя вот это не звучит. Приготовь пальчик покрепче. Нет, бить не нужно, палец сделай крепкий.
играет. Вот так, как написано. А потом, почему у тебя? Что в нотах свидетельствует о том, что вот это важно, а это нет? Чего ты киваешь туда, какой-нибудь? Они совершенно равноценные, смотри. Вот тронуть просто. Понимаешь? Видишь, здесь как написано? Гальденвейзер писал, да, редакция Гальденвейзера 100%. Ну, судя по педализации. Вот я вообще их не люблю, но неважно. Вот он насчет педали, он писал довольно точные вещи. Он пишет крошечную педальку, видишь? Вот только взять и сразу снять. Еще и меленько, для того, чтобы не было сильного различия между этим на педали и этим без. А иначе получается... Это Ванька-встанька такой, который сюда отклоняется, сюда отклоняется. Да? Вот, да, ты не очень слышишь разницу между тем, когда я беру педали, когда нет. Ты понял, что выучить? Хорошо, больше не могу, потому что там следующее. Кто у нас? Вот. Все понятно тебе, что сделать? Почему разу хорошо? Спасибо. Давай, молодец. Очень хорошо реагирует. Спасибо. Очень живой.